Музыкальная пирамидка «Слоник с шариками» Tiny Love. Слоник состоит из основания, четырех колец, головы и трех шариков. Слоник разбирается вот таким образом. Вот они, четыре кольца, два из которых вот такие интересные. У них расстегиваются лапки, и ими можно играть как отдельной игрушкой. Вот такое кольцо есть. Пластмассовые кольца имеют рельефную такую поверхность. И вот два вот таких кольца. Пластиковое основание, в котором интерактивное, в котором находится кнопочка. Вот дверка, она закрывается и открывается легко. Для этого основания необходимо три батарейки. В комплект они не входят. И вот складываем таким образом. Ребенок может играть данной игрушкой как пирамидкой. Просто складывать. И голова. Голова слоника тоже очень интересная. Вот ушки такие красивые. Чубчик. Хобот шелестит вот так, шуршит. И вот эта голова, она как воронка, в которую кидаются вот эти вот три мячика. Мячики тоже интересные. На каждом имеется рисунок, звездочка, цветочек и бабочка. Слоник можно использовать как музыкальную игрушку. Закидывая шарик, звучит музыка, и шарик выкатывается вот сюда. Также все остальные шарики. Имеется три звука при попадании шарика. Это овации, детский смех и хлопки. И звучат четыре различные мелодии. Ну, вот такой замечательный слоник Tiny Love.